Вот такая картина маслом получается. Радиатор не смертельно, но забит. Берем керхер и моем. Все, помыл я радиаторы, опускаю радиатор интеркулера. И опускаю радиатор основной. Здесь мне камера мешает, камеру уберу. Радиатор опустил. Теперь снизу креплю вот этими клипсами радиатор интеркулера к основному радиатору. Вставляем и фиксируем вот такими длинными штифтами. Также не показал, когда я подвязывал радиатор кондиционера, чтобы он мне не мешал. И я его подтянул, отвел в сторону и зафиксировал двумя капроновыми стяжками. Теперь его можно навешивать на место и прикручивать два болта, которые его крепят. Радиатор ставится вот на тот крючок, и также с другой стороны вот тоже крючок поднимаем, ставим на крючки, а верхние болты уже закручиваем. Все, патрубок я этот одел. На интеркулер патрубок накинул, закручу снизу. Здесь тоже на интеркулер накинул, закручу снизу. Патрубок на радиатор одел, хомут одел на второй. На охлаждение коробки одел. Здесь пока просто накинул, когда диффузор поставлю. Верхнюю, не, так, это верхняя часть будет. Затяну его. Это у нас идет на расширительный бачок. Сейчас его проведу. И хотел показать, вот здесь вот защелкнул оба зажима на трубке радиатора гидроусилителя. Сейчас ставлю сюда пыльник с одной стороны, и вот этот пыльник ставлю со второй стороны, пластиковые. После этого уже можно будет отпустить нижнюю часть диффузора и прикрутить вентилятор. Ну, как эти поставить, я пыльники показывать уже не буду. Здесь хомуты, эти
клипсы зажимать неудобно. Ну, раз снял, значит поставлю. Кстати, вот пыльник поставил. Думаю, а что я буду мучиться оттуда клипсу вставлять? Ведь я ее могу уже и отсюда вставить. И вторую также вставил. И с этой стороны сделаю точно так же. И отсюда зафиксирую. Помазал болты. Теперь добираюсь. Вставляю болты с обоих сторон. И прикручиваю по бокам радиатор. Устанавливаю бачок на место. Кому-то дел, разъем подключил, прикручиваю два болта и одеваю бачок гидроусилителя и патрубок. Так, ну болты, вот они, снизу два штуки крепятся. После этого одеваю бачок гидроусилителя на кронштейн и патрубок бачка омывателя. Пока этот шланг не одеваю, диффузор когда поставлю, потом его одену. Все, можно ставить фару. Задвигаем ее и защелкиваем. Теперь устанавливаю диффузор нижнюю часть. Ставлю верхнее направляющее на радиатор. Все, радиатор стоит. Прикручиваю вентилятор. Ставлю разъем и защелкиваю его.
Все, дальше вентилятор, он уже не открутится, потому что у него вращение на затяжку идет. Устанавливаю верхнюю часть диффузора. Ставлю воздуховод. Теперь поднимаю и снизу ставлю защиту, но перед этим на диффузоре снизу закреплю патрубки. Затягиваю хомуты на интеркулере, на патрубке. Также с другой стороны. И вот теперь вот здесь устанавливаю все эти патрубки в свои места. Вот такие есть. Частенько почему-то их не ставят. Они вот таким образом просто болтаются снизу. Устанавливаю их, ставлю боковые пыльники и ставлю защиту здесь. Снизу на этом все опущу уже и залью антифриз. Заливаю антифриз G12 Синтек. И после того, как залью, надо будет спустить воздух в систему. Вот клапан воздушный. Спускаем воздух через него. И заливаем антифриз, пока не пойдет антифриз сверху через клапан. Все, клапан поджимаю. Ну а теперь запускаем двигатель. Смотрим, как у нас уходит жидкость, если что, доливаем до уровня. И при этом можно будет еще проверить, спустить воздух, будет, не будет. Но в данный момент нет, уже пошел антифриз, бачок налили полный.
он получается уровень полного бачка выше. Поэтому сейчас заведем, что-то уйдет в печку, где-то еще подкинет воздух, и можно будет также спустить его. И на этом все. Запускаем. Сразу видно, циркуляция по шлангу, перекачка пошла, поэтому сейчас поработает маленько. Антифриз стоит у нас, не уходит. Я думаю, что воздух весь я выгнал. Ну все, и самое, что приятное, держишь руку, чувствуется, как вентилятор, вот сейчас он чувствуется, воздух тянет. А перед этим такого не было. Все-таки, хоть и не сильно радиатор забит, но ощутимо. На этом все. Промывку радиатора, охлаждение и интеркулера я закончил. Всего вам доброго.